Будем ставить гидравлику на мини-трактор. Нам потребуется вот этот компрессор кондиционера от Volkswagen Passat 2000-х годов выпуска. Чтобы нам постоянно не вращать насос, ставим электромагнитную муфту. Вот эта часть. Сзади убираем. Подается напряжение. Примагничивается она. Раз. И пошел работать насос. Выключил тумблер. Свободно крутится. Насос не работает. Этим мы освободим нагрузку трактора, двигателя на тракторе. И будет он у нас, как говорится, отключаемый. Вот эта задача нам сделать. Вот так мы ее соединим. На место этой задней части нам передняя часть и насос. Здесь подшипник, само собой, будет. В общем, как собираться будете, все увидите. Корпус-то жалко. Резать будешь? Вот, видишь, что такой. Вот, сам это. Выпрессовывать. Вот мы ее сняли. Весь разобрали, вот. Что нам нужно. Конечно, жалко,
все вроде бы рабочее, но нам вот эта часть нужна передняя. Сам вал и корпус вот этот. Будем соединять мы здесь подшипник. Все, чтобы у нас работало.